Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Пока у нас лето в полном разгаре, хочется в полной мере насладиться блюдами на гриле, чтобы зимовать было не так скучно. Однако гриль в основном ассоциируется с мясом, а мне очень захотелось каких-нибудь морепродуктов. Но просто бросить каких-нибудь морских гадов на решетку – это скучно, поэтому я хочу сделать сегодня гамбургер с котлетой из кальмаров. Помните вот этот ролик? Я готовил хот-доги. Мне поставили на вид, что так заморачиваться ради дешевой уличной еды нафиг не нужно. Окей, исправляюсь. К черту простецкие котлеты. Я буду готовить крафтовый бургер из молодого кальмара ночного лова. Подам его на лепешке цельнозерновой муки со злаками, с грунтовыми томатами и сыром чеддер. Так лучше? Вот и отлично. Итак, мне понадобятся кальмары, лук, панировочные сухари, яйца, сыр, помидоры и булки. Ну и соль, перец, понятно. Начну с чистки кальмаров. Головоногому надо оторвать голову вместе с ногами. Потом удалить из тушки вот эти вот прозрачные штуки. Очень они на пластик похожие. Всегда было интересно, из чего на самом деле состоят. Что касается чистки. Если кальмарчики совсем маленькие и свежие, то есть даже не мороженые, то я бы шкуру вообще с них не советовал снимать. Она дает такой дополнительный вкус и аромат. Но вот если кальмары крупные, к тому же мороженые, то лучше, конечно, ее снять. И теперь надо превратить кальмары в фарш на самой мелкой решетке мясорубки. Забыл совсем. Панировочные сухари надо смочить. Много воды не понадобится. Я сухари использую вместо белого хлеба при добавлении в фарш. А вот теперь измельчение. Сначала лук, а затем уже кальмары. Отлично. А теперь замешиваю фарш. Яйца, панировочные сухари, соль, перец и перемешать до однородности. Как следует. Если воды в сухари перелили и фарш ваш оказался жидковат, можно добавить сухой панировки. Но не увлекайтесь, вам же не нужны хлебные котлеты. Замечательный фарш. Все, отправлю его в холодильник, а сам займусь углями. Фаршу надо вылежаться в холодильнике не меньше 20 минут. На самом деле ему и сутки не повредят. В этом стартере угли разгораются минут за 15 максимум. Это если его забить под завязку. А если половинку, то и за 10 минут все раскочегарится. Ждем. Можно приступать. Угли высыпаю. У выбора на самом деле есть чугунная сковородка, которая отлично сюда встает, но я пока такой не обзавелся, а моя чугунная маловато. И пока чугун разогревается, быстренько налеплю котлет. Заговариваюсь, извините, конечно же, никаких котлет. Я буду быстро и аккуратно формовать нежные бургеры из молодых кальмаров. Опять сухарная крошка, кулинарное кольцо смазать маслом. И также с остальными. Супер. Чугунок разогрелся. Масло сюда. Ой, ё-моё, перегрел. Чугунок разогрелся. Масло сюда. Оно должно нагреться. И в нагретое масло выкладываю. Обжаривать надо под крышкой. А я пока нарежу томатов. Грунтовых, ну вы помните. Используйте только острые ножи. Вот, например, Самура серия Кайджу. Сталь АУС-8. Термообработан до 58 единиц по Рокулу. Отлично держит заточку. Что тут с котлетами? Так, отлично с котлетами. Ну, не с котлетами, конечно, а с бургерами. Как я мог забыть?
А булки надо подготовить. Смажу сливочным маслом, чтобы они подрумянились немного. И вернусь обратно к грилю. Булочки подпеку вот тут, с краешку. Жар достаточно сильный, поэтому отходить нельзя, сгорят моментально. Все, пора снимать. А на бургеры шлепнуть сыра, чтобы плавился. Можно уже булки соусом мазать. Сегодня мне откровенно лень готовить какие-то свои собственные соусы. Жарко, поэтому воспользуюсь готовым барбекю и каким-то специальным бургерным. Сдается мне это обычный кичнес, ну или майочуп, как вам больше нравится. Ладно, давайте собирать бургеры. Сначала нежная котлета с сыром, а затем лист салата, а затем помидор и опять булка. И можно трескать. Ну, красотень же, правда? Слушайте, нижняя булка такая горячая от котлеты. Она тоненькая, пропиталась всеми вот этими ароматами. Ну, так, пробую. Нет, конечно. Совершенно не обязательно готовить такие бургеры на гриле. Можно и просто на сковородке эти котлетки поджарить, разогреть в духовке булки и вперед. Но приготовление на гриле создает определенный аромат дымка и булкам поджаренным, и котлеткам. Слушайте, это классно. Даже с готовыми магазинными соусами. На этом позвольте закончить. Вливайтесь в ряды самостоятельных готовщиков нежнейших бургеров из кальмаров и из других морепродуктов. Напоминаю, что если вы захотите обновить свой ножевой парк, то по промокоду Фреска вы получите скидку, очень даже приятную, на сайтах Samur.ru и Samur.org. Действуйте. Спасибо за компанию и всем пока.